Sangsar sindhu uttarane hidayam jadi sad Sankirtanamritarase ramate manoshe Premam budho viharane jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Gauriya Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Actually, most of the people. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada что сказал, что большинство людей, особенно люди из Южной Индии, они не могут понять, как для преданных возможно служить Кришне всем своим телом. Они не могут представить это. Они думают, что это не авторитетно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до сегодняшнего дня южноиндийские люди, и не только люди из Южной Индии, но и остальные, они не могут понять, как это можно служить Верховному Господу всем своим телом и умом. Они думают, что это не авторитетно. Они не думают, что это авторитетно. Они не могут понять, как для Радхарани и Гопи можно служить таким образом. Они, их представление, оно может представить только о Лакшми, только Лакшми и Нараяну. Они понимают, что Лакшми — это супруга Нараяны и все, а ничего большего в их представление не входит. Что такое Паракия Бава, Паракия Раса, они не могут представить, что это. В Брахмасамхите вы слышали уже об одной шлоке, вот Махарадж ее произносит. Вы, может, слышали об этой шлоке, она очень важна. И вот Брахма прямо или косвенно смотрит, что происходит, и по милости Верховного Господа Брахма, он смог видеть, что происходит там, на Галоке, и по милости Верховного Господа он обрел татва-вигьяну, божественное знание. Вы уже знаете о том, что Бхагаван, Верховный Господь, он произнес эти шлоки. Я благословляю вас, и по моей милости вы узнаете все. Гьяна значит, и что значит гьяна и вигьяна? Вигьяна значит полное осознание. То знание, которое мы обретаем, если мы это просто знаем, но не осознали это, то есть знание, которое достигло мы, которое мы смогли осознать полностью, оно зовется вигьяной. Я говорил, в санскрите есть предлоги, которые увеличивают силу слова, как, например, гьяна и вигьяна. Разница между этими словами то, что вигьян значит полностью осознанное знание, зовется вигьяной, а не просто какое-то знание. И вот Брахма по милости Верховного Господа смог видеть все. И не только это, также Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, когда он принес эту книгу Брахмасамхиту. И мы можем, исходя из этого, видеть, что Брахмасамхита и Кришна Каранамрита, эти книги, они полностью авторитетны, они одобрены самим Шри Чайтанья Махапрабху.
И вот вначале всего, перед тем, как говорить о великолепии Гуру Аватара, нужно обсудить предваряющие вещи, мы не можем их пропустить. Я думаю, вы знаете, что в Чайтанья Чаритамрите есть одна шлока, о которой часто говорил мой Гуру Пад Падма. Вот эта шлока. И эта шлока на Бенгале, она очень прекрасная, поэтому Гурудев, он говорил, что мы должны изучать Бенгали. И Гурудев очень часто цитировал эту шлоку, то, что в Раджавасе. И значение этой шлоки таково, что отношения, любовные отношения между Кришной и Враджаваси, они естественны, они настолько естественны, что вчера я приводил пример о том, что о том, что нельзя, как подобно тому, как нельзя разделить огонь, его сияние и тепло, так и любовные отношения Кришны и Враджаваси также нельзя разделить. Кришну и его отношения с Враджаваси, как я уже говорил о том, что нельзя обрести связь с Верховным Господом Шри Кришной прямо, ну, только косвенно, точнее не косвенно, а только с помощью его представителей Гуру и Вайшнавов, его личных спутников. And this cannot understand anything. All the time is it with that love affair as if some kind of intoxication. Not as if all the time he is full of love affair. Krishna is less interested about anything. Krishna is full of love all the time. Krishna, он. That's why Krishna keep the arrangement. Кришна, он всегда полон любви, и поэтому, то есть, Кришна занят своими любовными отношениями с своими спутниками, а все проблемы, которые возникают в этом мире, Кришна их решает с помощью гуру и вайшнавов. Они есть экспансия Баладева, Баларама, его экспансия этой гуру-таттвы. Через Баладева в форме Гуру Вайшнавов Кришна, он решает те материальные проблемы, которые возникают в этом мире. И поэтому в Киртане мы находим такие слова. И молитвой, если Гуру Вайшнавы будут молиться у нас Кришне, то Кришна, он несомненно услышит их молитвы и исполнит наши желания. И вот в этом киртане написано, Шрила Бхактивинода Такуром приводится такой пример, что если Вайшнав помолится за нас Кришне, то Кришна несомненно исполнит его просьбу. И вот я говорил об отношениях между Кришной и Враджаваси, они естественны и спонтанны. И если мы хотим сказать что-то о Бхакти Расамрита Сингху или о других писаниях, нельзя сказать это о них одним словом. Даже Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа не смог подобрать должное слово. И естественная любовь, которая исходит из сердца, которая именно естественная, не какая-то искусственная. И такое естественное чувство, которое исходит из сердца Кришны и Враджаваси. И в Гите Бхагаван Шри Кришна, он дал нам обет, он обещал нам. Вот в этой шлоке, что согласно настроению баджана,
те, кто совершают баджан, я отплачу им согласно их настроению. Но это неправильно, когда Кришна, он хотел отплатить Враджаваси. То есть Кришна, когда он хотел отплатить Враджаваси, то он не смог это сделать, и поэтому со сложными ладонями он произносит такие слова. Кришна, он был вынужден говорить так, но как бы для Господа просить что-то, молиться кому-то, это неестественно, но Господь на то, на Господь, что Он может все, подобно тому, как Господь, Он самый, у Него присутствует отречение в своей наивысшей степени, и также Он наивысший, наслаждающийся, это полностью противоположное качество, но в Верховном Господе все качества, они непостижимым образом, они гармонизируют, находятся в гармонии, как Кришна. Он лучший из отреченных и в то же самое время самый наслаждающийся из наслаждающихся. И поэтому Кришна, он был вынужден возносить эту молитву. О, гопи, мне очень неудобно, я прошу у вас прощения, что я не могу отплатить вам за вашу любовь для этого. И даже если я смогу жить так долго, как живут полубоги тысячи лет, но и даже в этом случае за это время я не смогу отплатить вам, и поэтому моя просьба к вам. Будьте довольны, вы должны быть довольны своим собственным положением. Но Кришна, он... И вот вначале я хочу обсудить вот эту шлоку, она очень важна. Это шлока из Брахма-самхиты. Брахма, он что видел, он то и описывал. И Джива Госвами, но Джива Госвами потом хотел дать комментарии этой Брахма-самхите, и ну, Брахма, что он хотел сказать. И Брахма описывает Господа, что Господь, Он полон расы, и ты, имеется в виду Господь со всеми своими спутниками, с гопи, ты всегда наслаждаешься в своей вечной обители на Галоке. И я возношу тебе свои молитвы. Это то, что описывает Брахма. Но если более глубоко, по милости Джива Госвамипада, заглянуть в эту шлоку, то Джива Госвамипад говорит, что значит «Ананда Чинмай Раса». Первое слово, что оно значит. И вот следующие слова в этой шлоке, что они значат. И Джива Госвамипад говорит, вот эти слова значит наивысшая Мадхури раса. Ананда Чинмая раса значит ананда. Джива Госвами Пад говорит, что это Унанта Уджала раса, она наивысшая. И Уджаврата значит
Через эту врату мы можем получить Урджа Бхакти, Урджасвари, Радхарани. Одно из имен Радхарани – Урджасвари, Радхарани. И каково же значение? Уджа врата значит Уджасвари Радхарани может дать Уджала Бхакти, которая недоступна ни в каком из этих 14 мирах. И сейчас, что хотел сказать Джива Госвами, это очень важно. И Унанта Уджала Раса, которая доступна только, которая есть только у Гопи. И Джива Госвами Пад также привел пример, что Свакия и Паракия, они обе совершенны. А какие-то глупые люди, они спорят насчет этой темы, что Джива Госвами Пад не одобряет Паракию Бхава, только Свакию. А Бхакти он таков, он дает нам должное объяснение. Он говорит, что мы не должны быть глупы, мы должны разобраться должным образом во всем. Джива Госвами Пад, он татва Ачарья, он же Виласа Манджари, у него есть своя собственная сварупа, вечная форма на Галоке, как в случае с Вишвана Чакравати Падом, когда он сомневался в Камагайтре, которая состоит из 24,5 слогов, то сама Радхарани пришла к нему во сне и сказала, чтобы он не сомневался в этой мантре. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он Прианармасаки, он говорит все правильно, он не может совершить никакой ошибки. Она сказала ему, что есть одна книга, в которой описывается это значение этой мантры, и половина слога там тоже описывается. И поэтому Прианармасаки, она не может совершить никакой ошибки, поэтому тебе нужно принять это так, как оно есть. И вот Джива Госвами Пад, он также не может совершить никакой ошибки, поскольку он лучший из татва Ачарьи в нашей Гауди Сампрадайе. И поэтому мы должны быть осторожны с его учением, чтобы защитить все общество от непонимания. Он сказал так. It is not authentic. They are expressing doubt. That's why Prabhupada expressing grief. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что он выражал свое сожаление, что люди, да, что многие люди, да, с тех пор они не могут понять, как можно служить Кришне всем телом. Они могут понять только, как можно служить Кришне верхней половины тела, а остальные они не могут понять этого. И обязанность Шакти – это служить своему обладателю Шакти. Какая же обязанность Шакти? Шакти, она всегда должна служить Шактиману. Это единственная обязанность Шакти. Служить Шактиману, то есть единственная обязанность энергии – служить обладателю, своему обладателю. Как Кришна, он был поклоняем, Радхарани поклонилась Кришне совершенным образом. Аная Радхита, значит, Аная Радхита, Нунам. Нищитамева Радхарани поклонилась Кришне. Она поклонялась Кришне в самом совершенном образом. Кришна был полностью доволен ей. И Джива Госвами Пад, он хотел спасти обычных людей, которые не знают татвагьяны. Он хотел развеять их сомнения, и чтобы защитить их от неправильного понимания, он сказал так. Но это не относится к гаудиям, которые находятся в Сампрадайе Шичитани Махапрабху.
Как, например, Парикшит Махарадж, смотрите, сам Парикшит Махарадж. Кто такой Парикшит Махарадж? Он Махабхагавата. В нескольких местах Бхагаватам говорится, что он Махабхагават. Но есть разные степени Махабхагавата. Махабхагават первой степени, второй, третий. Махабхагават не значит, что у него же есть знания о Расататве. И перед Шукадева Госвами Парикшит Махарадж, он был вынужден спросить такой вопрос. Это такой международный вопрос, мы можем сказать, поскольку все из нас сомневаются в Кришне в той или иной степени. Кришна, несомненно, совершил какую-то ошибку, почему он имеет отношение с женами чужих мужей, с женами враза гопов, они их жены, а не Кришны. То есть это не авторитет, многие так думают. И поэтому Парикшит Махарадж выразил сомнение от лица человечества. И мы получили ответ от Шукадева Госвами. Шукадева Госвами, он очень умен. Это очень долгая тема, и если будет время в дальнейшем, я более подробно расскажу об этом. И Шукадева Госвами, он хотел доказать то, что гопи... Что Шукадев Госвами ответил такими словами? Будьте внимательны перед тем, как спрашивать этот вопрос. О царь Парикшит Махарадж, будьте внимательны. Ты должен быть очень внимателен. Каждый... Кришна пребывает в каждом сердце всех живых существ. Он вездесущ. Кришна, он везде, да, в каждой пылинке. Разве это не так? Кришна, он присутствует везде и одновременно. И поэтому в седьмой части Бхагаватам говорится, что когда Хиранья-Кашипу он бросил вызов Прахлад Махараджу, сыну Прахлад Махараджу, то, что ответил Прахлад Махарадж, да. Когда Хиранья-Кашипу спросил, где же твой поклоняемый Господь, есть ли он в этой колонии, то Прахлад Махарадж сказал, да, он есть в этой колонии, и в Бхагаватам говорится, Шукадев Госвами сказал, и в Бхагаватам говорятся такие слова, что чтобы доказать правдивость слов преданного, Нисимхадев, он явился из колонны. Когда Хиранья-Кашипу ударил по колонне, то колонна, когда она в процессе разрушения колонны, Нарисимхадев явился из этой колонны. И поэтому, почему вы не можете поверить, что Кришна, он везде присутствует, он же вездесущ, и мы должны осознать, что Кришна, он присутствует в сердце всех живых существ, в сердце гопи и в сердце их мужей, соответственно. Кришна в форме Параматмы, он присутствует везде в форме сверхдуши, и поэтому почему вы сомневаетесь? И поэтому это для Кришна, он может делать все, он единственный авторитет, он верховный наслаждающийся, он Кришна все и вся. Нет никого, кто бы смог контролировать Кришну, либо указывать ему, что ему нужно делать, что не нужно. И поэтому Кришна может делать все, и никто не посмеет его осудить. В этом материальном мире мы можем... В этом материальном мире такой самый ярчайший пример любви можно встретить с... Эти Ромео и Джульетта и еще мусульманские какие-то эти герои. Не знаю, как по-русски они. Ну, это один из примеров, это Ромео и Джульетта, но Тахир Зухра, вот.
Но все эти примеры, они осквернены. Нету в них чистой любви. Но, может быть, согласно материальному представлению, они могут сказать, что это самый наивысший пример такой любви. Вот. То есть но на самом деле мы не можем сказать, что их любовь, она чиста. В материальном мире даже любовь между отцом и матерью, мужем и женой, между друзьями, и нельзя сказать, что их любовь, она чиста. Они могут не... То есть всегда какая-то корысть присутствует. Нельзя сказать, что их любовь, она абсолютно чиста. Если вы хотите найти пример абсолютно чистой любви, то она может быть только на Галоке. И вот Кришна, он полностью... И вот Кришна, когда он... Джива Госвами Пад, он лучший, он наивысший ачарья, и Джива Госвами Пад. Говорит, что те, кто не получил полную милость Сударшаны, Рупы Госвами Пада, до тех пор, пока мы не получим полную милость Рупы Госвами Пада, то мы не можем очистить наше видение, наш даршан. So material level you can use, but absolute level you cannot use this word, it's impossible. So Jiva Goswami Pad wanted to save those common people, вот, those who are not having this kind of... Джива Госвами Пад, он хочет спасти обычных людей. И он хочет дать им понимание того, что какие великолепные отношения, чистые отношения, они есть между Кришной и Гопи. И поэтому Джива Госвами Пад хотел сказать, что те гопи, они, хотя они в Паракии, но они также в Сакхи находятся. И из Падма Пуран, Ади Пуран и прочих местах. Говорится, что это хотя Паракия, но также из Сакхи Бхава. Judgment Siddhanta, Bhaktivinoda Thakur says, why not? Why not? When contradictory things happening in Goloka, you can adjust, get adjustment. Bhaktivinoda Thakur giving example, this Bhaktivinoda Thakur, он дает нам такой пример, что Враджа-дама, Боума, Вриндаван и Галока-дама, они не отличны. Бхактивинода Тхакур приводит пример, что единственная разница в том, что Галока-лила, она не отлична от Боума-лилы, но одно но. Но я могу сказать, что это Враджа-лила, она более великолепна, чем Галока-лила, поскольку на Галоке все благоприятно, то есть совсем все благоприятно, а в этом материальном мире какие-то препятствия возникают. И это йога-майя. И с помощью йога-майи возникают какие-то препятствия, которые украшают эту лилу, то есть эти препятствия какие-то, барьеры на пути, они только украшают, увеличивают чувства. Махапрабху приводит пример, внешне он выглядит, может, некрасивым, но Махапрабху, он его приводит. Бхаграпи, Грихакармасу,
Tadayu aswadayati antar navasanga rasayanam. Mahaprabhu giving example. Махапрабху приводит такой пример, что, как, например, жена хочет доказать свою верность мужу, и она начинает служить и смотреть, если у жены есть какой-то любовник, то она своему мужу будет служить еще лучше, чтобы муж не, каким образом не подумал, что у нее есть кто-то на стороне. То есть она на самом деле любит какого-то другого человека, но мужу служит еще лучше, чтобы муж ничего не заподозрил. Это такой материальный пример. Внешне он выглядит не очень красиво, но он очень подходящий в этом случае. Если жена, у жены есть какой-то любовник, то тогда она мужу хочет доказать, что она верна, но внутри ее сердца какая-то пракия бхава, которая не одобряется в этом материальном мире. В этом материальном мире такие внебрачные связи, они очень опасны, а в том трансцендентном мире это самое превосходное. И этот материальный мир — это есть искаженное отражение того духовного мира. То, что превосходное там, оно плохое здесь. И Бхактивинода Тхакур хотел сказать, что что любовь гопи в Раджавасе, по милости Йогамайи, она принимает какую-то тонкую форму, в которой имеются препятствия вроде камцы, их мужей и мужей гопи, джатилы, кутилы и прочие препятствия. И тогда, когда они служат Кришне, И в процессе этого служения, когда возникают какие-то препятствия, они только усиливают их желание служить Кришне. И вот такой пример приводится, что река, например, которая течет с Гималаев, то если на пути этой реки встречается какой-то камень, то течение этой реки, когда она течет сверху, то когда это течение встречается с камнем по пути, то вода начинает подниматься вверх и разбрызгиваться. То есть река буквально перепрыгивает через этот камень и течет дальше. Такой пример приводится нашей гуру Вага Рупа и Джива Госвами Падам, что нет никаких препятствий, невозможно, не может быть никаких препятствий, которые могли бы остановить их от совершения служения Кришне. И Джива Госвами Пад хотел доказать это. Бхактивинода Тхакур говорит, что здесь можно найти пракия и сваки, пракия бхаву в такой форме. Йогамайя, она организовала мужа такого, и все это по милости Йогамайи появилось. В том духовном мире нет ни камсы, ни мужа и гопи, их нет, но есть чувство, что они есть. Чувство, несомненно, есть. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Галока — это нитья сиддхапитх, там, где будьте внимательны. Бхактивинода Тхакур приводит пример, что Галока — это нитья сиддхапитх, где все расы они находятся в своей полнейшей сварупе. Все расы находятся там, на Галока Вриндаване, в сварупе, полной сварупе. И Паракия и Сакия, они обе таким или иным образом, они кушаются. То есть Кришна и гопи, они наслаждаются ими, как Паракия расы, так и Сакия расы. И у этих гопи нету мужей, но их чувство есть, что муж есть и может прийти в любой момент.
И также есть чувство, что есть Камса. То есть его фактически нет, но есть чувство, что он может быть. И они угрожают Кришне, что они пожалуются Камсе, если он будет так себя дальше вести. И Джатила и Кутила тоже там, их нету, но есть чувство, что они есть. И поэтому Джива Госвамипад, он хотел утвердить эту философию, что сваки и параки, они есть, но Паракия Бхава, она наивысшая. Кришнадаски Врадж Госвами говорит в этой шлоке, что если бы не было бы Паракия Бхавы, то великолепие расы, оно не могло бы раскрыться в своей полнейшей форме. Свакия Бхавы есть какое-то ограничение. И вот Джива Госвами Пад хотел сказать то, что вот он объясняет эти слова, что та наивысшая раса, которая есть на Голоке Вриндаване, которая существует между Гопи и Кришной. Джива Госвами Пад говорит, что Шакти и Шакти Матор Абед. И Pratibhavitabhi means it is Shakti and Shakti Mator Abhed. I mean those Gopikas, they are all non-different, I mean, from Krishna. Что гопи, они не отличны от Кришны в онтологическом смысле. И with topmost, you know, excellence you can find with Krishna, though you know, Krishna, хотя Baba, be careful, Sarup and Baba is Сварупа и Бхава, они обычно вместе, нельзя разделить Сварупу и Бхаву. В каждой Сварупе Бхагавана Шри Кришна, в любой аватаре, в любой форме Рама, Нарисимха, Варма, Вараха, Курма и любая другая аватара. Даже Дваракадеш Кришна, Мадхурадеш Кришна и любой другой Кришна, даже Нанданадан Кришна, их всех можно отличить и понять через их сварупу и бхаву, поскольку бхава это полное, это сварупа значит особенность, когда мы, например, Нарисимха Дева вспоминаем, мы вспоминаем его чувства, его бхаву, Рама Сварупу, как он выглядит, и его чувства, его поведение, его характер. У него особая бхава. Бхава и Сварупа, нельзя их разделить, они неразделимы, поскольку бхава — это объяснение или проявление Сварупы. И в то же самое время можно вспомнить, мы должны вспомнить, что Радхарани — это наивысший источник всех шакти. Согласно Сварупе, все Радхарани, из Радхарани все шакти исходят, чтобы помочь этой Сварупе в ее лиле. Как, например, Нарисимха является, также Лакшми является, и мы видим Лакшми Нарисимха. И Лакшми Вараха, например, можно найти с Варахадевом, также его энергия Лакшми, она как бы не такая же, она не едина с ним, но то есть, согласно форме Господа, Радхарани отправляет ему его соответствующую шакти. И в гору Лили также можно найти Лакшми Прия, Вишну Прия, и Гададхара Пандита можно найти Гададхара Даса. Все они разные. На день Гору Пурнима я хочу обсудить некие сокровенные вещи. И таким образом можно обнаружить, насколько они превосходные.
И когда Шакти является для того, чтобы помочь Господу в его какой-то определенной сварупе, то она принимает свою соответственную форму. Но так или иначе, все шакти, они исходят из Радхарани. Вся эта сварупа шакти она находится, исходит из Радхарани. И та сварупа шакти, она не отлична от Шри Кришны. Но вопрос может быть, что как в этом материальном мире у нас есть сила, например, но эту силу от человека нельзя отделить. Нельзя просто взять качество человека или его силу просто отделить, поскольку дживатма, души, они сами по себе шакти-татва. Мы дживатма, мы все шакти-татвы, но мы все к шакти-татве относимся, но наша склонность к наслаждению, она делает, мы получаем чувство Пуруша, чувство наслаждающегося, но на самом деле мы все шакти-татва, мы не Пуруши, мы шакти, но все же у нас есть склонность к наслаждению, и поэтому мы считаем себя наслаждающимся. И в этом материальном мире, если у нас есть какая-то энергия, мы не можем ее отделить от нас. Шакти не может изойти из нашего тела и отделиться. Но это не случай с Кришналилой. В Кришналиле там шакти может быть как в проявленном виде, так и непроявленном. Вчера я привел такой пример вот в этой шлоке. Что, когда Господь пребывает в йога-нидре, все его шакти, они входят в него. И в Шатава Панишадах другая шлока приводится, что «я был один и стал многим». И вместе с сварупой шакти, оно уже находится в нем, в Господе. Может, иногда мы не можем видеть, но оно есть, зависит от разные формы Господа. И вот Радхарани — это сваруп шакти и хладини са. Но если было бы только хладини, то наслаждение не могло бы быть. И самвид шакти тоже должно быть там, чтобы был Радхарани, она могла наслаждаться Кришна. И эти все шакти, они служат для их наслаждения. И здесь, в этой шлоке, я только что сказал, что когда все шакти, все они входят в тело Махавишну, то можно видеть, что Кришна, он внешне находится в такой пассивной форме. И вчера я говорил об очень важной теме. Что те гопи, они очарованные, раса, она являет такой великолепный результат в сердце гопи и Кришны. Тавирджаева, значит, все гопи, они очарованы расой, они не могут чувствовать, что у них есть тело и ум.
Ахилатма Бхута значит Кришна, он наивысший, он самый дорогой и близкий нам. Если мы не можем любить Кришну, то почему? Кришна, он единственный, кого можно любить. Ахилатма Бхута значит во всех, Кришна присутствует во всех бесчисленных дживах. Кришна, он душа и сердце всего мира, и он сердце и душа в Раджа Дхаме. Кришна, вся любовь, она вокруг Кришны, она находится вокруг Кришны. То есть Кришна — это центр всего, что может быть. И в дальнейшем мы обсудим то, как, почему Кришна, он не мог дальше совершать Раса-лилу, когда Радхарани ушла. Даже без Радхарани. Кто такая Радхарани? Кришна, он потерял вдохновение совершать Раса-лилу. Почему? Потому что Радхарани ушла. И кто такая Радхарани? Насколько она могущественна? И вот Кришна — это сердце и душа всех бесконечных миров. Кришна — это единственный, кто нам по-настоящему близок и дорог. И если мы это не осознаем, не понимаем, это главная опасность нашей жизни. И завтра и в следующие дни я объясню о том, как это было возможно для Кришны, что он не смог дальше совершать Раса-лилу после того, как ушла Радхарани. Радхарани — это связующая сила всей расы. Радхарани — это единственная связующая сила всей расы. И как только она ушла, вся эта Раса-лила, она остановилась. И кто может дальше продолжать? Расешвари — это Радхарани. Мы глупые, не можем понять великолепие Радхарани. Вот в этой шлоке говорится. Что как это возможно для нас жить, если бы Гора Аватара не явился, это великолепие Гора Аватара. Если мы будем говорить об этом, то описать его великолепие не хватит никакого времени. И вот Кришна, он вездесущ. Кришна, он присутствует в сердце каждого живого существа. И в Упанишадах говорится, Кришна, он находится в вашем сердце, и поэтому я люблю вас. Это единственная причина. Кришна находится. А, в смысле в том, что вы любите своего ребенка только потому, что Кришна внутри его сердца. Это единственная причина, почему отец любит сына, мать, дочь, либо вообще мы любим кого-то только потому, что Кришна присутствует в его сердце. Если не было бы Кришны, если Кришна ушел бы, то никакой любви не могло бы возникнуть. Весь мир стал бы мертвым. И ничего бы не осталось без Кришны. Будьте внимательны. О, Кришна Татве. И вот мы уже получили представление о... И вчера я
обсуждал шлоку, которую написал Сваруп Госвами. Сваруп Госвами, он очень иносказательно говорил. I told you, no? Now point is there. It's very secrecy here. I already told that Shakti, Shakti Mata Rabin. И вот я сказал, что Шакти, оно не отлично от своего обладателя, как и Сварупа, и Бхава, они не отличны. Подобно тому, как огонь, его сияние и тепло, оно тоже не отлично. И таким образом, Рада и Кришна, они Викрити было описано только Рай Раманандой, и Рупа Госвами Пад объяснил это очень иносказательно. И его объяснение подобно тому, как подобно водоворотам в реке. В прямом Виварте это описывается. Виварта значит великолепие. По милости Шачитания Махапрабху, если когда-нибудь и вот Прама-Виварта, она была показана Рай Раманандой перед Махапрабху. Она была настолько прекрасна, что Махапрабху, он был очень вдохновлен ей, и это там описывается, что путь любви, он подобен тому, как ползет змея зигзагами. Даже в материальном мире, если можно видеть пример каких-то людей, влюбленных друг в друга, то можно видеть их отношения, они подобны зигзагу, подобно тому, как ползет змея. И путь любви, он очень запутан, когда Радхарани выгоняет Кришну, то это значит, что она хочет видеть Кришну, и не нужно ему уходить. Хотя внешне выглядит, что она выгоняет его. И потом, когда Кришна ушел, Радхарани, она отчитывает своих саки, зачем они позволили Кришне уйти. Но они говорят, что ты сама его выгнала, а она говорит, что не нужно было его отпускать. И такой путь любви. И я буду в дальнейшем обсуждать Гауралилу с отношением Гуранги Махапрабху, его лилу вместе с его спутниками. И если мы будем следовать пути, указанному нашей Гуру Варга, то в этой жизни мы сможем достичь уже духовного мира, но мы должны следовать, не отклоняясь. И вот вчера я говорил, Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmad Ekat Manu Opi
В материальном мире могут быть какие-то любовные отношения между кем-то, но они отличны, мужчина отличен от женщины. Их, это не одна душа и как бы не одна личность, но Рада Кришна — это одна душа, как один дух, это они не отличны друг от друга. Одно существо. А в материальном мире можно видеть мужчину и женщину, у них есть какие-то отношения, но их существование отлично. Но если они любят друг друга, может быть, у них какое-то будет чувство единственное, но не совершенно. И не постоянно. Может, какое-то время у них есть чувство такое единственное, но все же не совершенно. Но это только материальный пример. И Шри Кришна Сарадхарани, они полностью отличны от этого. Я еще раз предупрежу вас, вот в этой шлоке говорится «Экат Ману Апи», что Кришна и Радхарани — это одно существо, они не отличны. И также я уже сказал, Бхагаватам Саеваса говорится о Кришне с Радхарани. И поэтому, хотя Рада и Говинда, они внешне отличаются друг от друга, но это одна единая татва, подобно тому, как есть такой поговорка, что наука и философия, они развиваются вместе. Поскольку философия и наука, если не было бы философии, науки не возникло бы. Наука не возникла бы сначала. Философия является, потом какие-то исследования проводятся, потом открытия происходят, и наука возникает. И поэтому эта поговорка, она правильна. И также Рада и Говинда, можно найти их в двух различных сварупах, в различных формах. Хладинишар и Расовайсар. Но Сваруп Гасай говорит, Сваруп Гасай, он наивысший ведантист в нашей Гауди Сампрадай. Шрила Прабхупад говорит, Сваруп Гасай, он лучший ведантист в нашей Гауди Сампрадай. Сваруп Гасай, он наивысший авторитет в Веданта-татве, никто не может сравниться с ним, со Сварупом Гасаем. И вот он пишет, пура значит раньше, но это раньше не значит, что вот в прошлом году или там 100 лет назад, это не значит, что вот это слово «пура», хотя говорится, что это раньше было, что раньше они были различны, но они вечны. Пытайтесь понять, что не должно быть у нас никакого ограниченного представления о Верховном Господе, что когда-то он был таким, потом другим стал. То есть нет, он вечен, и понятие времени к нему не относится. А Адвайта Гьянататва, она едина и не отлична, но она разделилась на две формы, и это тоже вечно. И нет начала, когда они разделились и когда были едины. Это все вечно. И вот потом, когда они опять объединились, приняли форму Гуранги, то нельзя сказать, когда это было, поскольку он тоже вечен. И вот вопросы иногда возникают. Как это возможно?
then why to get the taste of I can see actually after not to be in the subject matter is totally different now actually how it is possible вот вопрос как это возможно для Кришны объединиться с Радхарани. То есть в материальном мире такого не бывает, что два любящих человека они становятся одним. Это невозможно. Но там на Галоке это возможно, а в этом мире нет. И тогда у Радхарани есть Махабхава, и Кришна, он хотел украсть чувство Радхарани и цвет ее тела. Кришна Сварупа, она есть, но Рада Бхава. Рада Бхава, Дути Сварупа, Рада Бхава и Дути. Комплекшн, голден комплекшн и Бхава. То есть чувство Кришна забрал цвет тела и чувство Радхарани. И как это стало возможно, что Кришна он стал одним с Радхарани? Кришна, он всемогущий, он может делать все, что хочет. И когда Кришна совершал Враджалилу, почему Кришна он не мог украсть? Почему тогда во время Враджалилы Кришна не мог забрать чувство, бхаву и форму Радхарани? Хотя он же Кришна мог все сделать, что хочет. Но нет, я уже сказал, что Бхава и Сварупа, они не отличны от друг друга. И для Кришны это невозможно забрать бхаву или цвет тела Радхарани или еще что-то. Только Сварупу и Бхаву вместе. И тогда Кришна, он захотел узнать, какое чувство Радхарани испытывает к нему. И так или иначе, Кришна, он не смог получить вкус, как он хотел получить. Кришна, он раса Сварупа, он источник всех рас. И Радхарани, Рай Рамананда и Махапрабху, когда они обсуждали это, то тогда внезапно Рай Махашой посмотрел о саньяси. Это Махапрабху в форме саньяси, он пропал, и он увидел его в форме Шьяма Сундара, который обнимает Радхарани. Рай Рамананда, он удивился, кто ты? Кто ты? Признавайся. И тогда Чайтанья Махапрабху хотел увильнуть, но после этого Махапрабху был вынужден сказать Рай Рамананде, что я был вынужден я сам Кришна, но if I cannot do this way, I cannot give the test what is and all my desires up to now not fulfilled as yet. My desire not fulfilled. So I wanted to fulfill my desire. Я хотел исполнить свое желание, и поэтому Расарай Махабхав at a time. So it was possible, it is not like the case which you can find in the material world. Yesterday I told you, see,
like, you know, resin, resin, you know, Baba, resin, when two resin melted and taken in one pot, you can get take one pot. Follow. If you get, apply heat, resin, resin, you know, laksha. И вот Махарадж приводит пример, что если взять два этих... Different kind of resin you put, then after that you can make a one single piece. То есть если два, смешать два этих два каких-то вещества, те же металла, и смешать их при высокой температуре, при, они когда расплавлены, они смешаются, и когда остынут, получится один элемент. И подобным же образом Радха Говинда не приняли такую совмещенную форму. Почему Рай Рамананда он упал без чувств, когда увидел это? Почему Рай Рамананда он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху? Мы знаем об этом. И в то же самое время Рай Рамананда, у него есть своя сварупа, он Вишака Сакхи. И Рай Рамананда, он должен быть, он мог бы видеть Господа, но как, если Шри Кришна, Верховный Господь, он явится перед нами, но мы не сможем стоять перед Ним, мы пойдем без чувств от Его великолепия, от Его величия, как Сарвабхаума Бхаттачарья, когда он получил даршан Шри Кришна, он упал без чувств. Он не смог... И когда Кришна явится перед нами от великолепия, величия Его любви, мы потеряем сознание, как Друва Махарадж. Когда Господь явился перед ним, он потерял дар речи. И тогда Нараяна, он своей шанкой, раковиной, прикоснулся к его щеке. И тогда Друва, и вот когда Кришна, Нараяна, имею в виду, прикоснулся к своей раковиной, она обозначает, олицетворяет знание, и тогда Друва Махарадж, подобно ветру, начал возносить прекрасные молитвы Нараяне. Но до этого он не мог ничего произнести, он смотрел на него, восхищался и потерял дар речи. И когда Нрисимхадев своей ладонью благословил Прохлад Махараджа, Прохлад Махарадж начал возносить молитвы, и для обусловленной души невозможно потерпеть такое величие, такой поток любви Верховного Господа. Она не может этого сделать. И Рай Рамананда, почему он вроде бы привык к качествам Господа? Рай Рамананда, он сам Гора Паршат, и в то же самое время он, у него есть сварупа, он Вишака Сакхи. И почему Рай Рамананда упал без чувств? Единственная причина, что это было великолепнейшее, что Рай Рамананда не смог осознать, что Радха Говинда в одной форме. И после этого он увидел, что Шьяма Сундар, он покрыт золотым цветом Радхарани, и как это для него было невозможно это терпеть, в смысле не терпеть, а быть в чувствах, и он упал без чувств. Это очень высокое. И вот Рай Рамананда, после того, как он рассказал о Радха Татве, о Кришна Татве, если вы не поймете Радха Татву, то Гора Татву еще более сложно будет понять. Если мы не сможем понять Гора Татву, то Радха Татву тоже нельзя будет понять. А почему? Если мы не сможем понять Гора Татву, то
радхататву не сможем понять, и наоборот, соответственно. И поэтому снова и снова я говорю, повторяю, эту шлоку написано в Прабхудананде Сарасвати. И вот вчера я говорил об этой шлоке. Actually, Krishna Varnam Tisa Krishna Sangha Pangasta Parshadam Yagya Sankirtani Praya Jajantihi Sumedasa. There I wanted to prove that in all И вот я хотел доказать, что во всех югаватарах они цвет Кришны имеют или что такое, не расслышал. Махаш на санскрите шлоки произносит. Чхаддату значит покрыт какой-то тайной. И как можно понять, что Krishna Varna, color is totally black. Krishna Varna, if you want to get the meaning this way, Krishna Varna. Again, Tisha pa Krishna. Agar is useless. Already you told Krishna Varna. How again you are saying Tisha? I mean, body color again. Tisha plus Krishna. It's impossible. And if the color of Krishna is already the Supreme Lord is black, then where is the question of Chanda? Если цвет тела Кришны черный, то Chanda means Krishna like to maintain secrecy of his body color and mood. Follow? То в этой шлоке, почему в этой шлоке говорится, что Кришна хочет держать в секрете цвет своего тела? Whereas Kullarna saying Krishna in this Kali, но Прахлад Махарадж в этой, он сказал, что Кришна в эту Кали-югу он хочет. Он хочет поддерживать в тайне цвет своего тела. Чанну-калу. В Кали-югу придет такой скрытый аватар, точнее, этот аватар. Этот Верховный Господь, он не будет говорить, что я Верховный Господь. Кто будет прославлять имя славу Кришны всегда, непрерывно, он есть.
Or Krishna means not black. If it is already black, then no question of power. А Кришна в этой шлоке значит, что он не черный. И Кришнадас Раджгасвами поясняет, что а Кришна значит Пита Варна. What Gargamuni wanted to say? И вот Гаргамуни, он поясняет, что сейчас он черного цвета, Кришна имеется в виду, а в остальные три юги это в то время два пара юга было, когда он объяснял там в эту особую югу Кришна читания являлся. Tisha, Krishna. But Gargamuni wanted to say in different yuga, he is taking Shakta yuga, Shuklo, Rakto, Teta yuga. Но Гаргамуни хотел сказать, что в различных югах, вот конкретно в Двапара-юге Кришна черного цвета был, а другие юги других цветов. No question of Pito. Why Pito? Gargamuni wanted to speak about ordinary Chaturyuga. Если Гаргамуни хотел сказать о обычной Читра-юге, то Питаварна, почему используется Питаварна, это особое, особый цвет. Верховный Господь, Свайм Руп Бхагаван, он может явиться в двух цветах только. Это очень научно. Верховный Господь, Свайм Руп Бхагаван, он может быть только двух цветов. Это Кришна черного цвета и второй Гора Кришна. Цвет расплавленного золота. И Гаргамуни что хочет сказать? Почему? То есть Кришна уже явился в других цветах, и осталось только Питаварна и Махапрабху, этот особый аватар, он который является после Кришны, он будет такого цвета расплавленного золота. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит вот эти слова. Когда Кришна ушел из этого материального мира, то он говорил, что я хотел даровать прему, но не смог, поскольку те лилы, которые я являл, их практически никто не понял, они думают, что они не авторитетны. И будет хорошо, что если я сам явлюсь и объясню людям то, что я хотел донести до них. И поэтому Гора Лила — это полное объяснение Кришна Лилы с самим Шри Кришной. Поскольку если я не буду, я своим собственным примером покажу, как нужно совершать преданность. Если я не буду делать сам то, о чем говорю, то кто же будет меня слушать? Как в этом материальном мире есть много лекторов, которые говорят, но не делают то, что они говорят. И сам Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел явить себя как практикующего ачарья. Кришна, он явился в этом мире в форме Гуранги Махапрабху, чтобы объяснить свою предыдущую лилу. И Кришна знал, что без его самого никто не может раздать, распространить Кришна прямо, только сам Кришна.
Только Кришна может распространить прему. Према — это его собственная собственность. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он принял саньяс, он сказал эти слова. Он говорил, что према — это моя собственность, и что толку, что я принял саньяс. Это говорил Махапрабху. Любовь према — это единственное сокровище Кришны. И Кришна может распространить ее без Кришны. Нет никого, кроме Кришны, кто мог бы раздать прему даже растениям. Но все же в дальнейшем я буду рассказывать о том, о превосходстве, о великолепии Гора Аватара. Кришна, он не смог сделать это один. Смотрите, Кришна Аватара была в два праюгу. Но в эту Кали-югу весь мир танцует. Весь мир, вся Европа и прочие континенты, но с Кришной такого не было. Посмотрите на могущество Шри Чайтаньи Махапрабху. Много иностранцев приезжают, присоединяются к этому движению Харе Кришна. А во время явления Кришны не было ничего подобного. И завтра я буду говорить о Мадхавендра Пурипаде, поскольку день его завтра. И I can give answer to your question very carefully, not in front of public. Follow? Very scientific answer, different way. You can go mad, but not in front of all. And if Kalini Mataji can come, you can stand and speak. It's not mad. Okay.